Здравствуйте, гости и подписчики моего канала. Сегодня я снимаю продолжение по картине «Павлины» Адаме. Так как я уже давно ничего не выкладывала по этой картине, я решила сегодня, думаю, сниму продолжение. Пускай оно, конечно, не очень большое, так как я не могу сейчас много времени уделять этой картине, я решила закончить все свои начатые маленькие процессы, которые меня тянут за душу, и мне хотелось, конечно, и хочется, понимаете как, и какие-то выкладывать процессы несколько, чтобы и вам было не скучно, и мне было не скучно отшивать одно и то же постоянно. Но, тем не менее, все картины у меня двигаются, ничего не стоит на месте, я стараюсь каждый уделить какое-то время, вот. Сейчас я вам покажу, что у меня получилось на данный момент, что у меня есть. Вот такая вот моя гигантская картина. Вот такое у меня небольшое, конечно, продвижение. Я отшила вот тут еще один лист. То есть уже здесь вот надо дошить пиончик чуть-чуть. И вот эти листочки. Очень мне нравится, когда я проработала эту картину. Она шикарная. Она такая вот. Смотрите, как эти птицы, да, выглядят на ней. Конечно, это моя одна из любимых вышивок, из любимых работ этой фирмы. Вот. Конечно, я ее буду заканчивать при любом раскладе. Я, в принципе, стараюсь все свои работы дотянуть до конца, независимо от, как бы, какой там комплектации набор. Все равно я буду шить, все равно я буду это делать, потому что у меня такого не бывает, что если я купила вот картину, мне она нравится, и она нравится мне будет хоть когда, все равно она будет мне нравиться, ничего это не меняет. Да и жалко бросать какую-то начатую работу по одной простой причине. Ну, столько времени на нее, да, убить, и потом бросить и не закончить. Ну, не знаю, это не мое. Так, значит, на сегодняшний день у меня отшито много листочков. Итого, по-моему... Так, сейчас скажу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать... 12, 13, 14, 15, 16, 17 листов на сегодняшний день у меня вышито. Вот, в этой картине. Вроде бы на таком гигантском полотне и не скажешь, что столько листов уже отшито по схеме. Но, тем не менее, я победила 17 листов. Я рада, я счастлива. Из 60. То есть, соответственно, конечно, листы здесь, ну, где-то есть пустые, где-то неполные, но, тем не менее, они есть. Так что с удовольствием продолжаю эту картину. Сейчас вот закончу маленькие какие-то свои там вот пановских котят. Вот сейчас ночной город у меня все, последний этап там уже больше, там уже и отшивать-то, собственно говоря, остался бэк фактически сделать. И закончу я, может быть, даже шары желаний сейчас, потому что эта работа очень легкая и очень быстро будет отшиваться весь процесс. Там шить-то, собственно, и чуть-чуть. Там вся канва в шарах, она пустая практически тоже. Там делов-то на 5 минут, ну, по сути. Ну, конечно, хотелось бы побыстрее, конечно, бы побольше. Хочется законченных работ. Уже я устала от процессов, окончания нет, поэтому я решила, что сейчас вот маленькие работки добью и буду максимально потом заниматься своими гигантами. Вот. Ну, в общем, девчонки, на сегодняшний день вот такое у меня продвижение. Всем спасибо за внимание, всем пока!